мы делаем несколько видов пропитковый батон. Это классическая, когда делается 3 отлипа. Есть расширенная пропитка, она длится до 3 часов, когда напитывается, например, больше спина или больше нога. Есть фрагментарная пропитка, которая работает непосредственно с суставами, с больными косточками, с головой, с травмированным органом. И этих методик много. При напитывании мы используем выветренный леватон, и обычно на одного человека уходит от 750 до литра выветренного леватона. Эта процедура долгая, иногда она бывает болезненной, особенно когда у пациента идет очень мощный выброс токсинов, когда мы работаем дополнительно с жирными формами леватона, и по пациенту леваточек, вот она у нас работает, линия работает долго, то есть получается иногда до 4 часов. Которая дает очень сильный